Здорово всем, пацаны, это канал Доки Стайл, игрушка Farming Simulator 2019. В прошлом видео, после моего возвращения, вы все заметили, как я с удивлением отнесся к мототехнике, а в комментариях еще мне сказали, что есть и мотороллер, даже муравей для фермы. Вот я, короче, решил найти все-таки и посмотреть, что это за техника, для чего нужна. Так что сегодня будет такой коротенький выпуск. Это самое интересное, что я нашел. Для меня, по крайней мере, там были еще всякие мопеды, типа эндуро, там всякие горные мотоциклы эти маленькие, ну вы поняли. Но мне на них не интересно смотреть, поэтому сегодня мы с вами спортягу такую посмотрим. Кавасаки, кажется, да. И мотороллер муравей, который мне, кажется, больше всего, наверное, найдет применение на ферме, чем там всякие вот эти вот Кавасаки. И скутер, конечно, тоже глянем, но я тоже на него не делаю никаких ставок, потому что, ну а как, что в нем полезного может быть? Окей, давайте начинать. Начнем, пожалуй, с такого вот зелененького мотоцикла. Заходим в магазин. Находится он у нас в разделе автомобилей почему-то. Kawasaki Ninja ZX-10R. Стоимость 14 299. Ну, 15 тысяч долларов. Имеет максимальную скорость 300 км в час, якобы заявленную. 20 литров объем бака, 203 лошадиные силы. Я, если честно, не знаю. Тут даже объем какой, наверное, литровый, просто мотоцикл. Ну, 200 лошадиных сил, это, конечно, написано от балды. Никаких модификаций, возможностей, там, кастомизации мы здесь не имеем. Поэтому давайте посмотреть, как он выглядит в игре. Выглядит шикарно, конечно. Вообще, мотоциклы моя слабость, и выглядит они очень красиво. Блин, ну реально, смотрите, какая бомба, да, и не скажешь, что это ферма блестит вся. Так, внешне он выглядит вот таким вот образом. Стоит прямо ни на какой, ни на подножке, поэтому я не знаю, как он стоит. Наверное, просто заменена текстура какой-нибудь маленькой машинки. Хорошо, садимся в него. Ага, дизельное топливо пишет. Ну, блин, какое дизельное топливо в мотоцикле? Заводим? Ох, звук, конечно, блин. Ну, от первого лица вид, я вам скажу, нормальный. Руль поворачивается, да, тут все, проблем никаких. Зеркала, да, зеркала работают. И звук, блин, у него. Ну, конечно, с управляемостью. Ну, вы поняли, да? Вы поняли, это был самый короткий обзор, походу. Это да, так, ладненько. Как тебя вернуть? Хотя, ладно, новый куплю сейчас. Чем буду вспоминать, как вернуть. Это, конечно, жесть. Такс. Поехали, пробуем. Звук завода по поводу освещения. Освещение рабочее. Сигнала здесь вообще нету. Освещение есть, светится красиво. Внешне выглядит красиво. Но это я сам на кочку наскочил. Ну, вы видите, да, от третьего лица, я не знаю, и ездит он как-то чмошно, и вид у него не особо такой, но он не клонится, как, например, планета, она наклонялась, здесь такого нету. От первого лица, конечно, тут уже эффект немножечко другой. Во-первых, мы уже чувствуем динамику разгона, во-вторых, более-менее, вот я сейчас удивляю, он как бы управляет. Скорость мы уже сотку развили. Сейчас я попробую, конечно, выжать из него все, что есть. Ну, прям все, наверное, не получится. Ну, кстати, от первого лица он управляется намного комфортнее. Ага, и все, 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 дальше. Я уже, я не успел заметить, сколько я выжил, но, блин, я думаю, на паузу там поставить, или я даже на монтаже увижу. По крайней мере, чувство такое, что в игре есть пинг, блин, хотя я сейчас не в сетевой игре. Знаете, она даже просел FPS у меня от такой скорости. Но, блин, не знаю, ездить на нем некомфортно. Пускай внешне он и красивый. Ну, а от третьего лица, например, тут ничего вообще интересного нет. Он, видите, никак не наклоняется, он просто деревянный. И плюс еще подлагивает от большой скорости, я так полагаю, потому что движок игры не рассчитан на такую скорость. Так, ладно, далее. Что мне было интереснее всего посмотреть, это, пожалуй, давайте посмотрим мотороллер. Вот он наш муравей, в магазине находится в разделе автомобили, муравей, 500, стоимость 500 евро всего лишь стоимость у него, 60 км в час максимальная скорость, 20 литров бак, 10 лошадиных сил. Ну, наверное, это все правдивая информация, это я вас, наверное, огорчу, скорее всего, это конверт 17 фермы, потому что текстурка, ну, честно, не дотягивает до 19.
Дизайн. У нас хотя бы здесь есть выбор дизайна. Есть стандартная такая модификация с низкими бортами, есть борта повыше, но вместимости, к сожалению, здесь нет, поэтому вряд ли вы сюда сможете что-то загрузить, кроме как, наверное, ну все-таки поддон можно будет поставить. Нашивки, лавочки можно поставить для перевозки людей и гастеры, гастарбайтеры, типа рабочих можно с собой возить еще всегда. Так, все, больше никакого выбора нету. Вот, я купил все, к сожалению, замены цвета тоже нету. Здесь вот обычная модификация, ремни, видите, вот ставятся даже. Эта модификация уже такие с бортами, а это уже с гастерами, с гастарбайтерами. Такие вот ребята. В общем, выглядит вон в игре вот так вот. Включим свет, посмотрим, пощелкаем. Ну, свет прикольно выглядит, кстати, почему нет? Свет, кстати, похож на оригинальный, такая по краям фары как бы затемнение. Сигнал тоже есть, насколько вы слышите. Окей, заводим. Звук кикстартера имеется. И плюс имеется открытие заднего борта. Блин, ну, я не знаю, давай попробую проехать, конечно, я с пустым. Очень чувствительное управление, кажется. То ли мне просто вообще ферма сейчас, я давно не играл, и после нее прям кажется очень чувствительно. Или я сделал такое управление. А ну стоп, что-то это я, по-моему, наклацал. Чувствительность рулевого управления, а ну поставлю соточку. Что-то, по-моему, это мой косяк, тоже на 200. Ну да, на сотку более-менее комфортно, но все же от первого лица... Нормально он себя ведет, работает спидометр. Блин, такая резкая остановка, капец. Но это опять же, наверное, я настройку сделал, да, резкое торможение. Это мои настройки, поэтому он так себя ведет. По поводу зеркал. Зеркал здесь нету, их вообще не видно. И посадка у человека, видите, как бы высокая. Ну, окей, сейчас подъеду все-таки к магазину, возьму какой-нибудь погрузчик и попробую засунуть сюда поддон. И хочу посмотреть, как он поедет с поддоном. Без поддона вполне себе комфортно, сносно ездит. Ну, сейчас глянем, как будет вместе с поддоном. Так, закупаем, наверное, вот этот вот маленький погрузчик. И, допустим, из поддона возьмем, ну, вот корм для свиней. Там, пацаны, у меня есть еще моды, которые я хотел бы глянуть, но не стану затягивать видосы, потому что среднее время просмотра, ну, до 10 минут, скажем так, на канале. А уже по поводу сельхозтехники, сегодня мы посмотрим на мототехнику, а сельхозтехнику уже в следующее видео я засуну, потому что, ну, там есть некоторые моды, интересные, для меня необычные, интересные. Я уже немножечко покопался по разным сайтам, там выбирал, что мне нужно, так что все, пацаны, будет. Папа в бизнесе, папа вернулся. Сейчас по-любому кто-нибудь скажет в комментариях, какой ты папа. Так, ладненько. Блин, тут попасть только надо красиво, потому что борта, видите, у него маловатые, блин. Так, запускаем. Опа, видите, он ее переваживает даже. А ну, затолкаю наперед. Вот так вот. Окей, пробуем. Обязательно нужно ремнями увязать, потому что мы его в любом случае потеряем. Ну, попробуйте вместе с ним. Допустим, вот мне нужен поддон, там поддон накормить курочек там или свинюшек, или еще кого-нибудь. Ага, за текстурку выскакивает. Но это я загрузил чуть-чуть неровно, да, я так понимаю. Ну, блин, он едет, он тянет, он ее не чувствует. Просто прикол в другом еще. Вот если я сейчас резко поверну, допустим, к себе на базу, мне кажется, он перевернется. Пока еду потихоньку, нормально. Если я резко поверну... Блин, он устоял. Он устоял, его занесло, но он устоял. Ага. А тут уже не устоял. Блин, к сожалению, тут не устоял. Поэтому, пацаны, делайте выводы сами. Мотороллер, он как бы и в реальной жизни особой устойчивостью не отличался, а в игре так и тем более. Ну, в принципе, тонну вести для мотороллера это очень даже много. Этот мод можно иметь на ферме, он может там много полезного выполнить в полезной функции. Яички отвести, корм привезти, там удобрения, семена, ну такую мелкую всякую штуку он перевозить может и вполне себе комфортно. Опять же, не хотите тарахтеть на тракторе или машины, вот кто любитель там такой техники, это можно скачать, поэтому ссылочка в описании, тут я ничего против не скажу, любители найдутся, у этой техники найдутся свои фанаты.
Так, и последний на сегодня мод почему-то находится в разделе «Инструменты разные». Это мотороллер Yamaha Arx. 300 км в час максимальная скорость. Сука, напишет, конечно. 6 литров объем бака, 4 лошадиных силы. Ну, 4 лошадиных силы для скутера должно быть много. Выбор цвета любой. Ну, скутер либо черный. Либо я чаще видел синий, ну не голубой, блин, темнее синий, какой-нибудь такой, да? Зеленый видел скутера. В принципе, цвета хорошо смотрятся, эта текстура более красивая, чем мотороллеровская. То есть она, видите, ну такая пластиковая, я не знаю. Ну, прикольно выглядит, как раз для 19-й фирмы она выглядит неплохо. Все, кроме выбора цвета, здесь больше ничего нет. Общая стоимость 1000 евро, ну это небольшая стоимость. Вот так он выглядит в игре, нормально выглядит, поворотнички есть, и зеркала еще не знаю, рабочие, нерабочие, оно от первого лица, да, зеркала рабочие, причем красиво настроены, красиво работают, посадка дальняя, я как будто на заднем сиденье сижу, завожу, ага, по поводу звука, звук с той вот Kawasaki, звук один в один, полностью слизанный. Здесь своего звука на скутере нет. На скутере, насколько вы знаете, звук фуфлыжный, но здесь, к сожалению, звук украли. Ну, вы слышите, да? Также наклона нету. Вот я еду от третьего лица специально. Вот смотрите. Ого. Вот я поворачиваюсь, и как бы человек, ну, не поворачивается. Нифига. Управление дерьмо, блин. И мне, не знаю, мне не хочется на нем ехать. Нет. Не-не-не-не-не. Все, я даже ехать на нем не буду. Мне на нем ехать некомфортно. Сейчас даже для сравнения. Просто вот она, моя планетка, которая мне понравилась. И из-за чего вообще все это началось. Что я там решил посмотреть. Допустим, давайте ее сделаем оранжевую планету такую. Арендовать. Вот сейчас посмотрим, как она ведет себя. Вот просто для сравнения. Одиночка, без коляски. Вот она, планетка. Заводим. Так, без всяких модификаций. Обзор на нее был в прошлом видео. Вот видите, при повороте он ее наклоняет. Это да, это реалистично. Насколько позволяет физика игры, это очень реалистично. Потому что, ну, вы в жизни она в любом случае мотоцикл будет наклоняться при повороте. Видите? От первого лица так вообще шикарно. Смотрите, как. Вот здесь посадка, как на спорте, кстати. Хотя можно было сделать выше, а на спорте ниже. Вот ее клонит. Вот здесь мотоцикл чувствуется особо. Ну, особенно от первого лица. Поэтому вот смотрите, делать вывод вам самим. Вот оно все видно. Я для этого специально как бы и взял разницу. Если хотите сделать спортягу, а спортягу сделать можно, сделайте на базе. Блин, этой планеты. Вот эту вот облицовку перенесите на планету, и все, уже как бы будет идеально. Звук можно оставить с этой. В общем, пацаны, сегодня мы посмотрели такие моды на мототехнику. В следующем видос я добавлю больше там сельхозорудий всяких. Посмотрим там новые трактора, новую технику. Опять же, я жарю всякие сельхозорудия, которые уже будут реально полезны. Не просто покататься, посмотреть, как это все выглядит. Поэтому подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.